оно бьется. Ух ты! У доктора Уолка есть сердце. Я и сам сомневался. У меня тоже есть. В этом мы не сомневаемся. Привет, Нико. Врач отведет Оливию съесть мороженого, а тебя на процедуру, после которой, конечно, будет мороженое. Спасибо, доктор Маркус. Не за что. Мороженка. Саркома Ника распространилась на бедро и сустав. К счастью, признаков метастазов нет, так что можем удалить опухоль. Сколько времени это ему даст? 9 месяцев, может, год. Мы сможем отвезти его в Зальцбург. Из-за болезни и всех операций у Ника не было настоящего Рождества.